Итак, мы немножко заблудились и попали в поселок Кириш. Здесь очень классные домики. Хочу сказать, что здесь земля очень дорогая в Турции, поэтому дома строятся таким образом, чтобы нижний этаж был самый узкий, то есть площадь застройки была небольшой, а наверху с расширением, такой трапециевидный вверх стиль постройки. Вот, так что все дома тут, конечно, суперские. Ох, может, когда-нибудь мы будем в таком жить.